Всем доброе утро. Я уже проснулась на часах 7 утра. Ой, опять я зеваю. Все как всегда. Встаю в любой день рано. Есть дети, нет детей. Я встаю, мне надо завтракать. Я всегда встаю голодная. Тук-тук у нас тут тоже завтракает уже. Да, тук-тук. Ты кушаешь? Скажи всем доброе утро. Ох, как вкусно, да. Ой, как вкусно. Ой, он эту капусту только так уплетает. А у меня тут уже жарятся котлетки. Ой, решила утром нажарить. Сейчас на хлебце с сыром, с огурчиком. Так, кофе, кофе, кофе. И если получится, ой. Я хочу сегодня съездить на море, позагорать, потому что погода пока очень хорошая. А завтра уже с девчонками поеду туда. Все-таки последние дни лета надо отдыхать. Ой, какие котлетки! Делаю их совершенно без соли, потому что буду смазывать хлебец аджикой, и поверх я еще буду так положу сыром, сыр, сыр, сыр. Так что все, буду я понемножку садиться. Ой, опять зеваю. Садиться кушать. Завтрак мой готов. У меня тут аджика, котлета, сыр. Вот так вот. И немножко чаю попью. Кофе закончилось. И, скорее всего, если я не наемся, у меня будет еще вафелька. Хотя, я думаю, она у меня будет. Я люблю сладенькое. Так что всем, кто кушает, приятного аппетита. Уже почти 11, а я все никуда не собираюсь. Скоро приеду за тук-туком. Поедет он домой, поэтому на море я не еду, потому что не знаю, во сколько точно приедут. Мне еще никто не звонил. Да и ладно, завтра тогда с девчонками съездим. Мне не придется тащить еду, воду, потому что пью я очень много, по 2, по 3 литра в день. И когда на море, знаете, хочется еще больше пить, а таскать эту воду вообще не хочется самой. Тук-тук, тут все ползает около меня, постоянно около моих ног. Как только я сажусь на кровать, он ко мне. У меня тут две бутылки для него. Он их гоняет по квартире. Иди сюда, тук-тук. Иди сюда. Иди ко мне. Тук-тук. Иди сюда. Ой, ты мой сладкий. Ой, ты мой сладкий. Прям как маленькая собачка. Тук-тук. Ты куда? Ты там упадешь. Тук-тук. Тук-тук. Да, ты мой сладкий, хороший. Ты хороший мой. Даже не верится, что он уезжает. Так привыкаешь к животным. Ну ладно, придется отвыкать. Тук-тук. Он решил на машинке покататься. Тук-тук. Ты решил погонять? Он хочет за кровать туда. Не получится. Ты жулик маленький. Ай, вообще такой он смешной. Но он очень все грызет. Пытается грызть диван постоянно, я его отталкиваю. Короче, все, что найдет, валяется, все начинает загрызать, да? Сладусик. Да я не тут тапок немножко прогрыз, взял так за ремешок. Секунды и все. Ремешок отгрызан. Ну, там чуть-чуть. Тапки, они там, знаете, эти пластмассовые, такие не пластмассовые, такие мягкие, короче. Не знаю, с чего они. Ты такой сладкий. Что ты жопой повернулся? Иди сюда. Хочешь капусту? Вы просто не представляете, какой он мягкий. Такой мягкий-мягкий вообще. Тук-тук, ты хорош.
Не кусайся. Так, не грызи мне. Тук-тук. Кроль, иди прощайся со всеми. Ты маленький блогер. Скажи всем пока. Всем пока, скажи, да, всем пока. Кроль, а кроль. Скажи, я домой поеду, да? Покажись. Покажись, какой ты сладкий. Пока-пока-пока. Вышла я на улицу, поеду прогуляюсь, зайду, наверное, в магазин. Я ведь еще Даяне не купила подарок, но я еще точно не уверена, буду я что-то дарить ей или нет, потому что, знаете, у нее реально очень много всего, и она не играет с этим. Так что посмотрим, мне надо еще ей шортики или какие-то леггинсы купить, так как верх у нас на день рождения есть, а вот низ еще нет. Кстати, тук-тука забрали. Все, я свободна. Ладно, беру вас с собой. Уже 7 часов вечера. Сейчас покажу быстренько, что я купила. И буду делать рисовые плюшки, оладушки, чтобы завтра на утро с сыром поесть. Типа вместо хлеба. Вот такие у меня покупочки. Совсем всего чуть-чуть, потому что, в принципе, еда дома есть. Я вообще собиралась купить только рисовую муку и эту карамель. А все остальное купилось как-то само. Так, девчонкам брала и себе вот такие сырочки. Это с кремом брюле, ванильные, с бисквитными печеньками. Бисквитный крем. А, со вкусом бисквита, все ясно. Так, и шоколадные. Овсянка, буду завтра делать кашу. Это была единственная овсянка в Реми, больше ни одной, ну только вот эти совсем-совсем быстрые, я не хочу их брать. Так, печеньки, вареная свекла, завтра потру, сделаю салатик. Такая вот карамель, сегодня где-то в группе на Фейсбуке увидела и думаю, надо мне тоже взять. Буду завтра с кашей, ну, совсем чуть-чуть, одну чайную ложку каждое утро в кашу, ничего страшного. А, в принципе, лучше, конечно, сделать из фиников карамель. Я часто очень делаю, но у меня нет сейчас фиников, поэтому пока что вот так будет. Старшая потом доест. Рисовая мука, там всякие вкусняшки, но это Даяне на день рождения будет, детям в подарочки буду ложить. Так, и шоколадка вот такая старшая завтра. Все. Все, что нам потребуется для лепешек, типа оладушек, не знаю, как вы можете называть. Короче, я буду это называть лепешками. Рисовая мука, разрыхлитель, молоко, одно яйцо, соль. Видите, как быстро в жизни все меняется. Я решила добавить туда укроп, лук. Сейчас потру туда сыра. Единственное, у меня только два кусочка, но в принципе... У меня здесь 170 грамм муки, одно яйцо, ну вот, смотрите, очень-очень много зеленушки, и сыра, наверное, на всю эту порцию надо грамм 50, у меня будет чуть-чуть, это потому что все, что есть.
Так что сейчас это все смешаем. А молоко на глаз. Решила я еще добавить, видите, чуть-чуть, одну столовую ложку оливкового масла. Так прям, знаете, жирненько было. И вкусненько. У меня сковорода на 26 сантиметров. Но, в принципе, лепешки не на всю сковороду. Все накрываем крышечкой. И чуть-чуть потомиться там ей. Так, открываем. Запах бомбический. Смотрите, какая лепешечка. Опа! Вот вместо хлеба самое то. Ах, как пахнет. А еще до завтра ждать. Все, и так все лепешечки готовить. Ладно, буду я с вами на сегодня прощаться. Так что не забываем подписываться на наш канал. Ставим пальчики вверх. И оставайтесь с нами дальше. Всем пока-пока.